А сегодня я хочу вместе с вами открыть послание к римлянам, первую главу. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим неоднократно в Библии, неоднократно Иисус говорил о том, что верующие, находясь в этом мире, ну как сказать, будут ощущать себя не совсем, прямо скажем, гармонично. Помните, Иисус говорил: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Комфортно овцам среди волков? Гармонично? Безопасно? Нет, конечно же. И мы видим неоднократно в писаниях, в посланиях апостолов, в словах Христа, здесь говорится о том, что мы другие. Иисус говорил: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам в царство». И очень часто люди этого мира, и не только там люди этого мира, ладно, люди этого мира, очень часто верующие по-своему понимают, а в чем же вот эта дисгармония между нами и этим миром? В чем же разница? Почему кого-то называют овцами, кого-то волками? И я хотел бы вам сегодня показать на основании Священного Писания, что же, в чем же отличие происходит. Есть ли оно и какое оно? И вот в послании к римлянам, смотрите, первая глава. Апостол Павел пишет в 21 стихе. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте». И вот посмотрите, здесь апостол Павел показывает, что разрыв человека и Бога, отсутствие отношений между творением и Творцом приводит к безумию, то есть к изменениям в разуме. Безумие. Проблемы в мышлении. Проблемы в мышлении, проблемы в разуме, или, как здесь сказано в синодальном переводе, безумство, приводит к нечистой жизни, к нечистым делам, к безумным делам, к безумной жизни. Иногда может казаться, что Павел тут обобщает, как это так вот? Ведь мы понимаем, что большая часть людей на земле живут, прямо скажем, далеко от Бога, да, не в гармонии с Богом, без всякой связи с Господом. И что ж получается, что большинство людей на земле, называя себя мудрыми, безумные, что ли? Может быть, он просто обобщает ради красного словца, ради какого-то сильных выражений, он делает некие обобщения. Давайте посмотрим на жизнь человечества, на жизнь этого мира. Есть одна статистика, я помню, когда я ее читал, она меня поразила. Так вот, на Земле сегодня постоянно идет около 30 войн. Постоянно, больших и малых. Постоянно идет 30 войн, где-то война заканчивается, в другом месте начинается. То есть примерно постоянно на земном шаре совершается 30 войн. В 20 веке в разных войнах, опять-таки и больших, и малых, то есть были мировые войны две, да, разные локальные войны. Так вот, всего
было уничтожено в разных войнах около 130 миллионов человек в течение 20-го столетия прошлого века. Если говорить не только о войнах, а вообще об убийствах, то около 170 человек стали жертвами убийств. Около 140 миллионов человек погибли из-за уничтожения благодаря каким-то идеям. Это геноцид, концлагеря всевозможные. 116 миллионов людей погибли вследствие атмосферных загрязнений из-за деятельности человека. То есть какие-то предприятия, фабрики, заводы, отравляющие окружающую среду, там питание, воду. Около 116 миллионов человек погибло. И как бы вот в противовес этим цифрам я посмотрел еще вот одну цифру. А сколько погибло из-за разных природных катастроф, то есть как бы не связанных напрямую с деятельностью человека, там наводнения, землетрясения, ураганы, тайфуны. Так вот, вследствие всех природных катастроф в течение 20 века погибло 24 миллиона человек. То есть мы видим, что люди гораздо больше страдают друг от друга, чем от природных катастроф. Гораздо больше страдают из-за конфликтов, бытовых, военных конфликтов. Не случайно говорят, что история человеческой цивилизации – это история войн. Если мы сейчас с вами подумаем, да, про эти войны, как, ну, в здравом уме можно уничтожать миллионы тебе подобных? Это же безумие. Я не так давно смотрел документальный фильм об одном из, наверное, самых знаменитых маньяков, живших в нашей стране, о Чикатило. И там рассказывали о том, как трудно его было поймать, потому что вроде бы вот внешне нормальный человек, мало отличающийся от окружающих, и вдруг совершил столько убийств. Казалось бы, немыслимо. Вот маньяк. 10, 20, 30, 50 человек убил. Вот это жестокость. И когда, вот знаешь, когда смотришь вот все это, вспоминается из истории, когда как-то Александр Македонский судил одного пирата, то во время суда пират закричал Македонскому, он говорит: «Я совершаю грабеж на своем суденышке, и все называют меня преступником. Ты совершаешь грабеж с помощью огромной флотилии, и все называют тебя императором». То есть безумие, оно совершается не просто на каком-то локальном уровне между людьми, на уровне стран, на уровне государств, уничтожение. Причем это происходит не где-то в странах третьего мира, это происходит часто в самых цивилизованных странах. Мировые войны 20 века где были? Среди аборигенов там каких-то диких племен? Да нет, это было в Европе. С помощью передовых технологий, с участием передовых стран, самых, казалось бы, цивилизованных стран. То есть цивилизованность, научные технологии, всевозможный там прогресс научно-технический никак не влияет на то, что люди совершают безумие. Потому что безумие, оно не из-за отсутствия знаний, не из-за отсутствия культуры. Безумие, как пишет апостол Павел, из-за отсутствия единения с Богом. В какой бы цивилизованной стране человек ни жил, сколько бы у него ни было образования там и дипломов, но этот человек безумный, если у него нет контакта с Господом. Причем он может казаться-то вроде бы и нормальным. Как я думаю, не только я, но многие были удивлены, да, когда вот показывали, вот обычно это фильмы показываются, я особенно люблю документальные фильмы,
которые часто показывают к 9 мая, как бы показывая историю, показывая прошлое. Я помню, когда вот показывали часто людей, которые работали в концлагерях, то часто это были такие заботливые семьянины, которые любили своих детей, торопились после работы к своим женам. И казалось бы, ну, вроде нормальные люди, если не знать, что на своих работах они думали о том, как эффективнее уничтожать людей, сметать. Что это? Это безумие. Это безумие. И мы живем в этом безумии. Мире. И казалось бы, это настолько явно, настолько очевидно, что да, мы живем в безумном мире, почему же об этом никто не кричит так массово? Да потому что в основном все безумные, о чем кричать-то? Сегодня есть все необходимое, чтобы накормить все население Земли. Однако каждую секунду люди умирают от голода. Каждые 6 секунд. Я как-то встречал вот эти данные. Каждые 6 секунд от голода умирает ребенок. Каждые 6 секунд. Можно подсчитать, сколько во время одного собрания в церкви умирает детей. Из-за чего? Из-за голода. В то время, как на земле есть необходимые продукты, чтобы каждого накормить. В то время, как мы видим по телевизору, да, бульдозерами порой уничтожают продукты питания, тонны продуктов питания, и в это время кто-то умирает, потому что нету кусочка хлеба. Разве это не безумие? И мы живем среди этого безумия. Поскольку это безумие массовое, то оно вроде бы и нормальным кажется. Но когда об этом думаешь, об этом в кавычках нормальном, то понимаешь, нет, это вообще не нормально. И апостол Павел, когда говорил о том, что люди, человечество, потеряв связь с Богом, обезумели, он это не метафоры писал и не красивые выражения, вот обезумели. Нет, это реальность. Это реальность. Люди, разорвав связь с Богом, обезумели, а обезумев совершают дела какие? Дела безумцев, дела безумных. Я смотрел разную статистику по данным Всемирной организации здравоохранения. Там есть разные данные причем, но встречается, что чуть не большая часть населения Земли имеют психические проблемы. Ну или, как говоря осторожно, отклонения. Не то, что там больные, но отклонения. И это, говорят, чуть ли не 60% населения Земли имеет отклонения психические. А когда я смотрел разных психиатров, то психиатры говорят, по нашей, как бы по нашим данным, по нашим наблюдениям, чуть ли не 80% населения Земли имеют те или иные отклонения. Некоторые очень большие, некоторые маленькие, но около, говорит, 80% те или иные отклонения. То большинство людей не состоят на учете у психиатра, еще ни о чем не говорит. Люди безумные. И поэтому получается, что психически здоровых людей меньшинство. И это не просто в наше время, там в 20-м, 21-м веке, это всегда так было. Возникает вопрос, а как же исцелиться от этого безумия? И давайте посмотрим еще одно послание апостола Павла, это послание к Ефесской церкви, 4 глава. И вот здесь, в 4 главе послания к Ефесянам, семнадцатый стих. И вот, обращаясь к верующим, Павел пишет: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступ...
пали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы, обращается Павел к верующим, но вы не так познали Христа. То есть смотри, очень интересно. Некоторые люди думают, что вот с христианином автоматически человек становится здравым, нормальным. Однако мы видим, что это не соответствует Новому Завету. Апостол Павел обращается к людям, которые уже стали христианами, уже стали верующими. И он говорит им, как бы, не просто даже говорит, а умоляет, или как здесь написано в синодальном переводе, заклинает Господом, чтобы мы, верующие, не поступали, как поступают прочие народы, будучи помрачены в разуме. То есть, чтобы мы не поступали, как безумные. То есть, можно быть христианином, посещать церковь, но при этом продолжать вести себя как безумный. И опять-таки история показывает, что немало войн было начато христианами по их религиозным каким-то мотивам. Мы видим в истории и крестовые походы, мы видим инквизицию, мы видим, как одни христианские конфессии пытались задавить другие христианские конфессии. Мы видим, как порой люди продолжают ходить в церковь, но что у них только в жизни не творится. И домашнее насилие, и побои, и конфликты. Люди продолжают ходить в церковь, но при этом остаются такими же безумными, потому что безумные их дела. Поэтому апостол Павел и пишет здесь в 20 стихе, но вы не так познали Христа. Познать Христа и стать христианином не одно и то же. Быть в отношениях, в общении с Господом отличается от того, чтобы просто стать частью какой-то религиозной организации. Павел знал, о чем он пишет, потому что он ведь не был атеистом, он был верующим, но когда он стал христианином, он не просто поменял общину, он не просто перестал ходить в одно место и стал ходить в другое место. Он познал Христа, и в этом разница. И поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, убеждает их, это не только в Ефесской церкви, в разных церквах, да, Ефесской церкви он побуждает их познавать Христа, не поступать, как поступают прочие народы, которые помрачены в разуме. К церкви в Риме он побуждает не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума. То есть обновлять ум. Для чего? Чтобы познавать волю Божью. Мы думаем, если мы просто будем читать Библию, то все. Но на самом деле это не все. Можно читать Библию и при этом иметь покрывало. И об этом написано в послании к Коринфянам. Говорит, у них есть покрывало. Говорит, точно так же и мы, будучи помрачены в разуме, да, можем читать Библию, но ничего не видеть. Нужно реальное исцеление, реальное изменение. Я помню, в свое время меня очень поразила история из 19 века, которая произошла с американским строителем Финеас Гейдж. Я специально попросил фотографию этого человека. Финеас Гейдж – это американский строитель. Вот его фотография, который
работал на железной дороге, даже был бригадиром там. И во время взрыва лом, вот видите, он в руке держит лом, взлетел и ударил его вот в череп, вот где-то, где щека, и вот прошел, и вышел сверху. Вот. Есть, можно еще какой-то? Вот этот схематический, вот, то есть пробил череп и прошел, да? И даже вот его череп остался в одном из музеев. Можно еще фотографию одну? Вот, вот его череп. Пробил и прошел, вот, лом прошел. И повредил часть мозга, вот этих лобных долей, повредил. Ну, в принципе, все думали, что он не жилец. И то, что он не умер сразу, все думали, ну, умрет со временем. Но что интересно, Гейдж не умер, а выжил. Более того, он пошел на поправку и через некоторое время даже снова захотел приступить к своей работе. Да, он лишился одного глаза, да, у него не было части мозга, да, ну, нормальный был, всем казалось адекватный. Только близкие друзья Гейджа увидели, что с ним произошли радикальные изменения. До этого, до травмы, это был христианин, любил свою жену, любил своих детей, посещал церковь, был верным мужем, таким благочестивым человеком. После травмы он полностью изменился. Начал пить, гулять, блудить, сквернословить. И его друзья, люди, которые хорошо знали его, родные, постоянно говорили, это совершенно другой Гейдж. Вот вроде бы тело внешне то же самое, но ощущение, что там другой человек. А что произошло? Какой-то вот часть мозга повредилась и полностью изменилось поведение человека. Когда мы смотрим на то, что происходит в этом мире, огромное количество войн, убийств, насилия, агрессии, помрачены в разуме, словно какое-то безумие там сидит. Безумие. И, к сожалению, если бы все было так просто, пришел в церковь, сразу стал разумным человеком, сразу все, ты нормальный. Так нет же. Мы порой в церкви продолжаем жить со своим безумством, потому что изменение, исцеление происходит не из-за того, что ты начал ходить в церковь, а из-за того, что ты начал знакомиться со Христом. А это не одно и то же. И поэтому, знаете, очень интересно, вот когда мы с вами читали, смотрите, первую главу послания к римлянам о том, что Павел пишет, называя себя мудрыми, обезумели. Это вот обезумели, это греческое слово, которое означает стать глупым или безрассудным человеком. То есть стали глупыми, безрассудными. Я с удивлением, когда как-то читал Библию, увидел, что то же самое греческое слово есть в другом стихе. Я никак не мог даже поверить, что это из того же, что в этом стихе то же самое слово, потому что у нас в синодальном перевод совсем отличается. Но в греческом это тот же самый глагол. Это знаменитый стих, 13 стих 5 главы Евангелия от Матфея, где во время Нагорной проповеди Иисус говорит свои знаменитые слова ученикам. «Вы соль земли,
Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Так вот, в греческом языке потеряет силу. Это тот же самый глагол, который в первой главе послания к римлянам переводится как «обезумели», то есть стать глупым, безрассудным. Казалось бы, ну как соль может потерять силу? Но что здесь имеется в виду, да? Когда мы, верующие, продолжаем жить с помраченным разумом, продолжаем жить вот этой безумной жизнью, это все равно, что соль, потерявшая силу свою, потерявшая силу. Я к чему это говорю? А я говорю это к тому, что, по моему убеждению, то, о чем мы сегодня с вами говорим, является одной из основных преград, почему можно посещать церковь, но при этом не познавать Бога. Почему же мы часто не познаем Бога? Потому что только когда ты по-настоящему познаешь Христа, у тебя происходит изменение в твоем понимании. И не просто изменение, я могу смело это назвать исцелением или восстановлением, которое ты вдруг начинаешь словно видеть мир в ином совсем свете. И ты все больше понимаешь, что то, как ты сегодня смотришь на мир, познавая Христа, отличается от того, как смотрит большинство людей. А ведь это страшно быть частью меньшинства. Потому что мы же понимаем, да, что нередко тех, кто отличается, вот, например, в школе там, ребята, которые как-то были не такие отличающиеся, они становились белыми воронами, и нередко большинство в классе начинало их гнобить. Правда же? Точно так же мы боимся, да, вот у нас осталось это со школы, этот страх внутри быть какими-то непохожими, потому что мы знаем, насколько общество, насколько большинство людей агрессивны к тем, кто отличается от них. Никакой терпимости нет. И поэтому мы боимся так уж явно отличаться. Мы боимся. И когда ты начинаешь познавать Бога, у тебя вдруг все начинает меняться. И ты видишь, что ты отличаешься не только от этого мира, от большинства людей этого мира, но также от большинства тех людей, которые называют себя христианами, но по сути мыслят и живут точно так же, как этот мир, и для которых вера-то и в Бога и нужна, лишь чтобы как некая помощь для того, чтобы опять жить как все и иметь поддержку. И ты видишь, как люди часто, для них вера в Бога – это что-то получить, что-то достигать, а ты веришь Бога, познаешь Бога, и ты вдруг видишь, у тебя словно взгляд меняется, отношение меняется. Ты видишь, что мир наполнен просто безумием. Это же безумие, когда большинство, да не то, что большинство, практически все, да, цивилизованные страны занимаются тем, что огромную часть своих финансов тратят на оружие, огромное количество оружия. То есть, понимаете, люди копят средства уничтожения друг друга. Это разве не безумие? Под какими бы они это ни делали лозунгами, красивыми, хочешь к миру, готовься к войне и прочее. Безумие. То, что происходит на земле, ты видишь, насколько... Вот, сегодня мы с Дианой летим в другую страну, да, и вот сами подумайте, что вот вроде бы нормально, что полететь в другую страну, там, это страна из шенгенской зоны, нужно получить визу, сдаешь документы, получаешь визу, вроде бы все нормально, все естественно. Но если ты вдруг начинаешь на это смотреть, думаешь, да это же какое-то безумие, какие-то вдруг люди решают, что кому-то нужно какие-то разрешения от кого-то, чтобы куда-то поехать. Вот вы вдумайтесь в это. И этим пропитано все везде. Безумие на всех уровнях. Какое-то там обязательное образование, где учат чему угодно, но кроме того, что люди реально встречают в своей жизни.
Разве школа учит там прощению, терпению, быть в мире с тем, кто на тебя не похож, учиться избегать ссор? То есть то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, да не учат этому ничему. И мы видим, что да, мир, он построен на безумии. И безумие, оно здесь везде, сверху донизу. И чем больше ты познаешь Бога, тем больше у тебя внутри видишь, да ты отличаешься. У тебя иной взгляд на все практически. И чем больше ты познаешь Бога, тем больше ты отличаешься. Как ты мыслишь. И страшно даже отличаться. Как я говорю, вот этот страх заложенный, потому что, ну как, с волками жить, по волчьи выть. Надо как-то, ну, мимикрировать, что ли, под окружающую среду, чтобы не вызывать подозрения, чтобы как-то не выделяться, что ли. Потому что ты вдруг видишь, что все меняется. Намного проще просто быть религиозным человеком, просто внешне там во что-то верить, но внутри быть точно таким же, как этот мир. Но когда ты начинаешь исцеляться, ну это все равно, что вот ты вдруг исцелился, и ты в палате психиатрической больницы. Как там, нормально спать? И так же мы живем. Вот в чем суть всех этих стихов, о которых говорил Иисус: «Посылаю вас, как овец среди волков». Люди другие. Это как кучка здоровых среди больного общества, безумного общества, где безумие возведено в разряд нормы, где безумные вещи настолько привычны, что уже даже не вызывают никаких вопросов. Все вроде бы хорошо. Так вроде бы живут все, потому что так поступает большинство, и ты давай тут не выступай. И тебе все трудно, потому что вот этот вот резонанс между тобой и окружающим тебя миром становится все больше и больше, больше и больше. Но с другой стороны, если ты не будешь идти этим путем, то ты будешь солью, потерявшей силу. То есть просто частью организации, которая вроде бы христианская, но на самом деле часть этого же мира, такая же, как и все покрыто безумием. Мы видим, что в христианской религии также было немало безумия совершено, да, в истории, в разных христианских церквах, в разных христианских конфессиях. И поэтому, драгоценное, вот этот выбор, с которыми сталкивается человек, который стремится познавать Христа, продолжит ли ему жить и мыслить, как он всегда мыслил, или же довериться в его руки и дать, чтобы Господь просветил тебя и начал работу в тебе, понимая, что чем больше Его работы в тебе, тем больше ты будешь не похож, тем больше твой разум, твое мышление, твой взгляд, твои ценности, все будет отличаться от этого мира, а отличаться это не просто как-то неприятно, это порой может быть страшно, порой может быть опасно, но у этого есть и другая сторона. Только так ты можешь достичь той цели, ради которой, я надеюсь, ты начал ходить в церковь. А эта цель – познание настоящей божественной реальности. Настоящее единение с Ним. Не просто стать таким же просто религиозным человеком, а быть реально другим человеком. Жить реально иначе, потому что реально иначе мыслить. И это происходит только, когда ты реально, опять-таки, познаешь Иисуса Христа. Потому что мы видим, Он отличался, Его не понимали. Его не только религиозные лидеры того времени не понимали, Его порой свои же ученики не понимали. Они не понимали, почему Он так говорит. Его учения казались страшными, да? И даже сегодня мы, христиане, читаем: ударили по одной щеке, подставь другую. Но это никак не вписывается в безумие этого мира. Ну, никак не вписывается в безумие этого мира. Кажется странным то, что Он говорит. Кажется, то, что говорит Иисус, оно, ну, не жизнеспособно. Ну, как можно жить на земле, вот следуя тому, что Иисус учил в Нагорной проповеди? Ну, тогда же тебе, знаешь,
сядут тебе на шею, ножки все свесят. Тогда тебя просто все будут использовать. То есть кажется это странным, даже, скажем так, невозможно так жить, невозможно так поступать. Но, драгоценное, именно в этом и есть то, что Павел называет это вот юродство проповеди, юродство христианства. Потому что, да, может быть, это кажется юродивым для этого мира, но именно это и есть мудрость в глазах Бога. Настоящая мудрость. И у нас есть выбор, делать этот шаг или не делать. Готов ли ты, познавая его, все больше и больше отличаться от этого мира? Или для тебя просто достаточно быть частью церкви, продолжая думать по-старому, но просто ходить и слушать красивые, назидательные проповеди? Есть выбор. Я молю, чтобы Бог дал каждому из нас смелости не сообразовываться с этим миром, но преобразовываться обновлением ума и все больше и больше выходить из безумия и становиться человеком, имеющим божественную мудрость. Мудрость, которая нисходит свыше. Мудрость, которая для этого мира кажется безумием, хотя все в действительности наоборот. И сейчас давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, да будет Тебе вся слава, да будет Тебе вся честь и вся хвала. Я молю, мой Бог, чтобы наше собрание, я молю Тебя, чтобы церковь «Новая жизнь», Господь, чтобы это место было местом настоящего богопознания, местом, где собираются люди, стремящиеся познакомиться с великим Богом, желающие переживать настоящие, непридуманные встречи с Царем всех царей и Господом всех господствующих. И всегда есть плата за это познание. Всегда есть плата, чтобы пойти дальше, чтобы подняться к Тебе выше, быть ближе к Тебе. И чем больше мы познаем Тебя, тем больше отличаемся от этого мира, тем больше мы не похожи, тем больше меняется наше мышление. Но я молю, мой Бог, дай нам мудрости, дай нам смелости не бояться, не сообразовываться с этим миром, не мыслить по-старому, как большинство, не бояться принять новый взгляд, не бояться отрезвиться и увидеть то, как оно есть, увидеть все в Твоем истинном свете, Господь. Преобразовываться обновлением ума, чтобы наш разум обновлялся, восстанавливался, Господь, от тех искажений, которые есть в нашем разуме, от тех проблем, которые есть в нашем разуме, Господи, в имя Иисуса Христа. Исцеляться от этого безумия. Ты говорил, что когда мы познаем истину, эта истина делает нас свободными. Я молю, чтобы мы не боялись этого, познавали истину и освобождались, Господь, освобождались от безумия, освобождались от всяких шаблонов и стереотипов,
освобождались от страха, Господь. Чтобы познавать Тебя все больше и больше. Познавать Тебя. Приближаться к Тебе, Господь. И с изменением мышления будет меняться и наша жизнь, наше отношение друг к другу, наше поведение в своих семьях, во взаимоотношениях друг с другом. Да, Господь, мы будем отличаться, но я молю, чтобы мы не боялись этого. Мы не боялись быть нормальными в ненормальном мире. Не боялись быть здравыми в этом больном мире. Не боялись преобразовываться каждый день, каждый месяц, каждый год. Преобразовываться и познавать Тебя, наш Господь Иисус Христос. Все больше и больше, все больше и больше, больше и больше. Аллилуйя. Сурамандакин. Аллилуйя. Исцеляй нас, Господь. Исцеляй наше мышление. Я молю, исцеляй, Господь. Я молю, мой Бог, коснись верующих, у кого проблемы в каких-то сферах, в семейной или еще в какой-то. Покажи, что причина в нашем разуме, нужно исцеление в разуме. Когда изменяется наш образ мышления, тогда изменяется образ нашей жизни. Я молю, мой Бог, исцеляй наш разум, исцеляй, Господь. Я понимаю, что мы станем не похожи на большинство, но мы станем нормальными, Господь. Мы увидим то, как оно есть. Избавь нас, Господь, от разных человеческих стереотипов и шаблонов, чтобы мы учились видеть Твоими глазами, Господь, так, как оно есть. Не через призму нашего безумия, а так, как оно есть, Господь. Благослови, Боже. Исцели, мой Бог. Широки врата, широк путь, ведущий в погибель. Но я молю, мой Бог, чтобы мы не шли этим путем. Пусть даже большинство им следует. Пускай даже для большинства это и норма. Но для нас смирило это не мнение большинства, а Ты, Господь. Поэтому дай нам силы, дай нам мужество, дай нам смелость идти узким путем, входить тесными вратами, которые немногие находят, немногие решаются идти по нему. Немногие продолжают следовать по Нему, Господь. Но я молю Тебя, чтобы мы ориентировались не на большинство, а на Твою истину, Господь, на Твое Слово. Потому что этот узкий путь ведет в жизнь. Я молю, мой Бог, чтобы мы шли в жизнь. Потому что сами наполнены жизнью. Наш разум да будет наполнен жизнью. В наших делах, в наших поступках, да будет Твоя жизнь, Господь. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Преобразуй наш разум. Обновляй наш разум. В соответствии не с этим миром, а с Твоей истиной, Господь. Учи нас видеть все так, как оно есть. Трезво, бодрствуя. Аллилуйя, Иисус.